Здравствуйте! С вами сегодня снова фитнес-клуб «Путь к красоте». Закончилась первая неделя упорных тренировок, и наш проект начинает набирать обороты. Неделя прошла спокойно, все нормально, питание дается легко, физические нагрузки даются, ну, можно сказать, с напрягом, но я справляюсь. Самочувствие нормальное, устаю немножко, но в основном впечатления очень хорошие. Уже есть, хоть пусть маленькие, но результаты. К нам присоединились две новые участницы. Зарицкая Наташа и Черногор Вера. Я Зарицкая Наталья, мне 32 года. Я пришла на проект для того, чтобы скинуть лишние килограммы, которые мешают мне жить. Порой иногда трудно найти одежду. Где-то много, если хожу, например, уже устаю чаще. Я готова тренироваться каждый день. В тренажерке, и фитнес у нас через день идет. Также готова соблюдать диету, которую нам прописывает наш тренер. Здравствуйте, меня зовут Черногор Вера, мне 34 года. Пришла я на проект с основной целью – это приобрести прежние формы, которые были еще буквально пару лет назад. Быть стройной, изящной и грациозной. Мне очень нужна помощь квалифицированного специалиста, например, такой как Ольга. Она поможет мне приобрести то, к чему я стремлюсь. А сейчас мы проведем взвешивание и замеры для наших новых участниц, чтобы видеть дальнейший прогресс. Пожалуйста, Наташа. 86 килограмм, 101, талия, объем груди 112, объем бедер 119. Наша следующая участница — Черногор Вера. Пожалуйста, проходите на весы. 80 килограмм 700 грамм, объем талии 89, 103, объем груди, объем бедер 115. Не думай о секундах свысока. Итак, не будем терять времени. Сегодня фитнес на улице, подъем на Митридат. Девочки, ножку ставим, пяточки на носок. Девочки, как себя чувствуем? Отлично. Конечно, это вам не в спортзале тренироваться, а на свежем воздухе и бег с препятствиями. Ну, очень, конечно, легко. Оля, подскажите, пожалуйста, вот мы бежим и бежим, уже чувствуется боль и усталость в ногах. Может быть, мы все-таки немножко передохнем или нет? Оля, Оля! Мы продолжаем наше занятие, и сейчас комплекс упражнений для мышц ног. Первое упражнение называется «Конькобежец». Подняли руки вверх, вдох, выдох. Еще раз вдох. Следующее упражнение – выпад в сторону. Одна рука за головой, другая в сторону. Делаем выпад на правую ногу. И вдох, выдох. Мастерами кунг-фу не рождаются, мастерами кунг-фу становятся, опасности не пугаются. Взяли одну ногу за носок, руку вытянули вперед и подали ягодицы вперед.
сведешь с ума весь свет. Мечты собой не блещут, когда их просто нет. Сам будешь ты герой. Наше занятие подошло к концу, и я приглашаю всех желающих принять участие в нашем проекте. Мастерами кунг-фу.